Мне кажется, что это отличная идея, потому что в любом случае, возможно, это не является, конечно, прямым стимулом для рождения новых детей, назовем это так, но, безусловно, это приятно. Есть один момент, насколько я знаю, это можно потратить только на обучение, то есть это деньги, которые тебе не даются там наличными, как многие думают, это деньги, которые ты можешь вложить в будущее своего ребенка. И мне кажется, ну или там, возможно, купить там какую-то квартиру впоследствии ему. Мне кажется, что было бы здорово, если бы государство еще заботилось не только о так называемом материнском капитале, но и, например, о местах в детских садах. Я знаю, что это большая проблема, потому что люди записываются, чуть ли еще не будучи в положении, чтобы отдать ребенка в детский сад. Местах в хороших школах, в институтах, да, ну, каких-то определенных, я не знаю, заранее, не знаю, за несколько лет. Если, например, ребенок с детства понимает, там, не знаю, с 5 класса, что он хочет пойти, например, в медицинский институт. Ну, то есть, чтобы были какие-то гарантии со стороны государства.